Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 6-й серии турецкого сериала «Спрячь меня». Ранее мы увидели Инджилу и Мете. Девушка хочет дать ему пощечину, но тот останавливает ее руку. Она говорит, что мужчина прав, ища, куда ему выпустить свой гнев. Но неужели он думает, что она не умирает от мук совести? На глазах Инджилы наворачиваются слезы. Она что-то отдает Мете, что вызывает у него искреннее удивление. Мете слышит, как говорит, что на месте Фелис давно выгнали Инджилу из особняка. Мужчине не очень нравятся эти слова, но он ничего не говорит. Позже женщина приходит к Наз. Она говорит, что сегодня ночью Инджила должна будет покинуть особняк. Девушке это не нравится. Она не хочет расставаться с подругой, но кажется, ей не остается выбора. На фоне звучит женский голос. Они обсуждают то, что от Инджилы нужно избавиться. Ведь будет крайне ужасно, если с мужем Наз постоянно будет крутиться такая красавица. Мать называет девушку огромным сожалением, чем делает ей очень больно. Наз после этих слов не хочет приглашать мать на свадьбу, но отец ей говорит, что в таком случае не придет и вся семья. Девушке придется вычеркнуть из своей жизни их всех. Мете говорит Инджиле, что не верит в ее чувства к нему. Он считает, что девушка хочет не его, а любовь Наз. Начинаются приготовления к свадьбе. Жених и невеста надевают красивые костюмы, а в особняке собираются гости. Все волнуются, так как это действительно очень важное мероприятие. Мете говорит Инджиле, что у них есть два варианта. Они могут рассказать все Наз, либо остаться гореть во всем этом. Начинаются различные свадебные традиционные мероприятия. Невеста выглядит очень счастливой, а Инджила наблюдает за всем с болью. Премьера 6-й серии турецкого сериала «Спрячь меня» состоится 7 декабря.